Не понял. Идите нафиг, типа. Нет. О чем ты говоришь вообще сейчас? Ну, типа, два человека. Какая часть речи в предложении обозначает действие? В смысле? В прямом. Ой, ручонки замерзли, конечно, чертята. Всех приветствую, меня зовут Евгений Ширяев. И сегодня рубрика «Тупой, еще умнее». Мужики, хочешь бабочек немножечко срубить? Отвечаешь правильно на 5 вопросов первых. Легких! Получаешь косарь. Русский язык, литература, 5 класс. Супер игра, если ты согласишься, это еще один вопрос и еще 1000. Но если на супер сложный вопрос ты не ответила, то ты ничего не получаешь. Ладно, давайте попробуем. Давай встанем на фоне. Мы специально сегодня организовали себе этот фон, чтобы все было. А это YouTube канал какой? Это Twitter. Как звали няню Пушкина? Блять, вчера читал. Что ты читал вчера? Блин. Как? Анастасия? Нет. Арина. А по батюшке? Холодно, не могу. Арина Рая! Раисовна? Что? Арина Раисовна, тебе можно все сегодня, Настенка. Виктория. Дайнека. Нет. А, ну, по отчеству-то как ее? Родионовна. Виктория Родионовна? Да. Слушай, ну близко. Имени то, да? Имени то, да. Арина! 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 Та-да! Арина Родионовна. Арина Родионовна. Какая часть речи в предложении обозначает действие? В смысле? В прямом смысле. Предложение. Предложение. Там есть какие-то части речи различные. Какие они бывают? Так, есть. Так, подождите, это там существительное, прилагательное, да? Вот это. И вот. Прилагательное это действие. И вот действие прилагательное. Ну вот скажи мне тебе, что такое действие? Действие. Я что делаю? Иду. Это что у нас? Глагол. Та-да! Глагол. Глагол. Глаголишь истину. Короче, ты проиграл. Да. Давай на тебе отработаем еще вопросы. Ну, посмотреть, как вообще вся эта фигня работает. Из чего сварил кашу хитрый солдат? Фасоли. Из фасоли? Да. Нет. Нет. Из зерна. К черту зерна! А он взял вот эту хрень и говорит, каша будет и все. Из воды. Ну давайте предположим, что из картошки. Из овсянки. Из овсянки. Хитрец солдат. Из всего. Из всего. Ты права. Так, ты права. Там дофига что было. Но есть изюминка. Давай напомню. Идет солдат, хочет жрать. Он пришел к бабке и говорит, бабка, дай пожрать. Она говорит, нет. О! Говорит, так у тебя же это есть, говорит. Давай, говорит, из этой вот херни замутим кашу. Из нее он начал варить кашу. Из чего? Колобок, что ли? Тесто. Давай пройдемся по инструментам. Есть молоток, есть пассатижи, а есть... Хать! А он взял и сварил. Мультиварка типа. Мультиварка типа, правильно. Какого хрена, говорит, у тебя есть вот эта вот штуковина? Уважаемые пассажиры, в связи с обнаружением бесхозного предмета... Та-да! Топор. Топор! Топор? Брат, это топор. Из топора. Из топора. Чего? Из топора. А, из топора. Это? Бухло. Это топор. Как из топора? Это, можно... сука, топор. Каша из топора. Как из топора можно кашу сварить? Хочешь, я тебе расскажу? Давай. Он говорит, давай топор. Она говорит, на, налей воды. Бля, надо еще, говорит, посолить. Она говорит, ну, базар. Он говорит, надо, говорит, еще зерна добавить. Он ее обманул, он хитрый мужик. Еще и топор у нее отжал. Как называется речь одного человека? Речь? Речь. Когда он вжало говорит. Вот вышел, например, на сцену мужик, и вот он читает. На-на-на-на-на. Вот он один. Или ты такой думаешь, эх, сука, на это про себя что-то бормочешь. Подожди, не так, неправильно. Подожди, повтори вопрос. Как называется речь одного человека? Речь одного человека? Mm-hmm. Когда общаются несколько людей, либо двое. Вот я сейчас тебя буду базарить. Идите на... Что? Идите в жопу, типа. Не понял. Идите нафиг, типа. Нет. О чем ты говоришь вообще сейчас? Ну, типа, два человека. Или более одного, там более двух. Нет? Что значит идите нафиг? Подожди, подожди. Ты сейчас меня, что ли, послал, что ли? Я не понял. Я имею в виду то, что вы сейчас сказали, одного человека, а я про двух человек. Короче, хрен с ним, когда их дохера, это что такое? Либо вот мы с тобой вдвоем сейчас будем разговаривать, что это у нас?
Хороший структурированный получился у нас с тобой. Диалог. А вжало монолог. 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 Сколько лет рыбачил старик из сказки о золотой рыбке? 33 дня. А лет? Лет. 3 года. Вот это мне мама в детстве совсем читала. Ты можешь сейчас позвонить маме? Реально? Ну только маме, реально. Почему бы нет? Это я придумал вот всю эту хрень. Да, звони маме. Алло, мам, привет, слушай. Я тут на вопросы школьные отвечаю. Сколько лет рыбачил рыбак, который золотую рыбку ловил? Не помню, не знаю. Ах, а это я звонок другу использовал. Все, проиграл. Ну это типа время закончилось. Классно я отработал, да? Ну давай цифру просто говори, все. Он рыбачил... Три года. 7 лет. Почему не 6, не 3 года? Может быть, 14 лет. Ладно, хрен с ним. Какая вот цифра самая такая, которая обычно все говорят? 20. Нет. 21. Почему 21? Очко? Не помню, ну 30, наверное. 33? Та-дам! 33. А, 33, блин, я так и думал в самом начале. 33 года. 33 года. Самый знаменитый житель цветочного города. Какого цветочного города? Слушай, обычного цветочного города. У нас там, в Ленинградской области. В плане, это вопрос с изюминкой, я не понимаю. Нет, это, смотри, русский язык, литература, то есть это из литературы. Давай подскажу, что это за чувак. На Н у него называется имя. М? Н. На А заканчивается. Не! Бля, что там цветочный город-то был этот, наверное, как его, Чиполлино, как Незнайка там? Та-дам! Незнайка. Не. Незнайка. А, да? Да, Незнайка. Ну вот, я Незнайка, ничего не знаю. Кто раскрыл Елисею местоположение царевны? Я тебе напоминаю, что это вопрос пятый, и ответив правильно, косарь будет у тебя в кармане. Слушай, я не знаю. Ты помнишь, откуда вся эта движуха? Нет, не помню. Елисей. Елисей, это конек-горбунок? Слушай, брат, нет, это не конек-горбунок. Там, короче, это его была девчонка, но он ее любил, она была по кайфу. Она там уснула, там кто-то ее похитил, и вот он ходил, и говорил, там, где моя, там, у всех спрашивал. Эй, там, куда, туда, где моя графиня? А он говорит, вон там она. Я не знаю, что сожрал Елисей, потому что он разговаривал с ним. Никто. Никто? Никто. Царевна, и он к тем, а они... Нет, и он туда, они... Уму непостижимо, почему именно вот это ему подсказало. Асфальт. То, что мы не помним, мы не помним. То, что мы знаем, мы знаем. Какой вы хитрый, кстати, да? Хитрый человек. Да. Ну, короче, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, ты там ветер. Ты гоняешь стаи туч. Тоси-боси, муси-пуси. Короче, это ветер. В общем, сейчас я просто превращусь в вонючую сосульку. И поэтому вот сейчас последний человек, если ни хрена не угадывает, все, косарь сегодня не достанется никому. И только попробуйте мне там написать, что вопросы сложные. Мне даже пальцы уже не тыкают. Как звали няню Пушкина? Татьяна. Бро, не Татьяна. Ну, она известная бабина. Первая буква А, а потом будто бы Ирина. И получается... Анна. Нет. Ну и не Анастасия. Первая буква А, потом будто бы Ирина, только нихера не Ирина. А, Ирина. А... Арина. Арина, да. Ты молодец. И отчество? У Газманова вот этот щенок. Как его зовут? Певец этот. Газманова знаю, собаку не знаю. Да не собаку, а его сына. Смешно, не могу собаку, не знаю. Родька, сын. Арина родила. Ладно, братух. Спасибо тебе большое, да. Пока. В общем, все, ребята, уже стемнело. Я замерз, мне надоело. Ставьте вот эти все комментарии свои, всякие вот эти свои хэштеги и лайки. И самое главное, пишите тоже те вопросы, которые вы бы хотели, чтобы я их кому-нибудь задал. Все, пока, ребята, мне холодно, у меня просто отвариваются руки. Пока.